Нахожусь в городе Сумо, сейчас нашел тут отельчик, я еще там не знаю, я там не стал резервировать, совсем рядом со мной, с прошенными. Но тут увидел такой памятник. Я его назову памятник велосипедисту. Уж очень похоже на велосипедную цепь. Хотя тут что-то вот написано. А, тут солнце отсвечивает. Ну, типично. Тут уже против солнца так не видно.